Из бюджета Краснодарского края будет выделено более 800 миллионов рублей на строительство трехэтажной школы на 1100 мест в Анапе по улице Спортивной. Сдача ее в эксплуатацию запланирована на 2022 год, сообщили в краевой администрации. Территория этой школы займет площадь в 3 гектара. Работы по ее возведению начались в марте этого года. Уже завершено устройство фундаментов, монтаж колонн, а также смонтирована часть монолитных участков. В настоящее время идет инженерная подготовка наружных сетей водоснабжения и водоотведения. Как сообщили в департаменте строительства края, готовность здания на сегодняшний день составляет 9%. График работ соблюдается.